Вот наш отель Иберостар Белла Коста. Тут этой сети отелей очень много. Ну вот это Белла Коста. Находится где-то посерединке туристического маршрута. Туристический автобус сюда заходит прямо к отелю, когда идет в одну сторону. В ту сторону у нас дельфинарий, а в ту сторону у нас Вородеро. Соответственно, садитесь, доезжайте до Вородеро, переходите на другую сторону и едете в сторону дельфинария. Это главный корпус. Здесь тоже есть номера. Вот в одну сторону, в другую сторону. Вот такое тихое место. Здесь рядом гольф-клуб. Много всяких полей для гольфа. И, собственно говоря, жилых мест здесь нет. Но всегда можно доехать. $5 и туристический автобус на целый день. Есть такое лобби, место для ожидания, курения и играния в карты. И попадаем на ресепшн. С той стороны у нас бар, лобби-бар. Там наливают напитки, коктейли, и с той стороны кофе. Самый лучший кофе в отеле это здесь. Ну и плюс магазинчики. Вот тут вот ром, там сигары, все дела. Здесь концертный зал, вечером там дают программы концертные. Дальше фойе. Здесь лифты для тех, кто живет в этом корпусе. Номера, лестницы. И здесь лестница в ресторан-буфет. Здесь проходят завтраки и ужины по системе «Шведский стол». И пройдя насквозь, мы попадаем на внутреннюю территорию. Внутри у нас в ту сторону бунгало. Там море, бар около бассейна, ну и, собственно говоря, сам бассейн. Лежаки, домики. Тоже небольшой магазинчик здесь. Вот эта стоечка с полотенцами. Мы будем сдавать полотенце. Hola. Quiero cambiarlo. Muchas gracias. Все, процесс вот такой. На ресепции выдают бумажку. Бумажку меняете на полотенце, потом полотенце меняете. Ну, короче говоря, полотенце лучше не терять. $30 штраф. Бассейн такой двойной, ну, большой. С этой стороны находится место, где обедают. Обед с половины первого. Здесь вечером тоже представление, анимация. Это бар, который работает. Вот здесь как раз проходит обед. Вон там море сегодня волнуется. Отсюда можно сразу спуститься на пляж. Пляж очень большой. В ту сторону. И в ту сторону несколько заходов есть. У нас ближайший около нашего бунгало. Там за угол завернул, и ты на пляже. А если свернуть направо от бассейна, здесь начинаются вот такие домики. Бунгало. У бассейна всегда музыка, а здесь вот сейчас прям зайдем, и будет тишина и покой. Несколько таких
двориков. Первый дворик прошли. Там еще виден и слышен бассейн. И следующий дворик. Вот следующий. Здесь 700 какие-то там номера. Здесь две лужицы с джакузи. Свой бар. Там напитки, коктейли, пальмочка. И вот здесь как раз вот тут вот как раз сразу сход к морю. И вот в этом корпусе, последнем получается, на первом этаже, вот это наша терраса, вот это, находится наш номер. Заходим в наш номер, 706 у нас. Так, номер наш большой. С двумя комнатами. Вот одна комната, там выход на террасу. Вторая комната, две кроваточки у нас. Два торшерчика. Верхнего света нет. Тоже выход на террасу. Дальше. Крючков для полотенец нет. Здесь как-то не присутствует. Здесь сейф. Гладильная доска. Место для утюга. Утюга нет у нас. Дальше. Раковина. Фен есть. И здесь, так сказать, баню. Место для светильника. Вот. И замечательная терраса. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Дают воду. Вот такую. Запечатанную. Мы надеемся, что она не из-под крана. Полотенце здесь получают. И, соответственно, у нас такая терраса. Шикарная терраса. Все шикарное. Здесь можно посидеть. Дальше у нас идет море, видно и слышно ночью. Ну, единственное, что вот стена барчика нашего. Но с одной стороны бар рядом. И очень тихо у нас. Никакой музыки у бассейна не слышно. И море видно. Желтый уровень опасности. Вот пляж. Пляж начинается вот здесь, от лодочек. Здесь тоже лежаки, там детская площадка, здесь мы обедаем и тянется вон до того мыса. Это же пляж отеля, пляж замечательный, песок чистейший, волны вот только сегодня, прям очень большой прилив. У каждого выхода есть душ и лукомойка. Вот здесь на пляже, бар на пляже, там делают коктейли, но с собой желательно иметь кружечку, тогда с кружкой можно пойти на пляж. Очень вкусный мохито, сейчас попробуем что-нибудь. Короче говоря, пляжу готова, дайкири в этот раз, а это волшебный стаканчик переносной. Зато с такими волнами можно собирать ракушки. Сейчас прям целый урожай, но больших пока не встретилось. Обед. Хоть сегодня и ветрено, но кушаем все равно здесь. Стол довольно-таки хороший, но как бы кубинцы не гурманы. Но голодными не останетесь. Ну вот как-то так.
рыбка. Видите, ракушки. Ну и вот такие фрукты. Мороженое. Мороженое, кстати, здесь хорошее. И все там же, с видом на океан. Вторая смена пришла на обед. Эти здесь голодными не останутся. Повесили красный флаг. Вечером шторм разыгрался. Штормом прибило португальские кораблики к берегу. Они очень ядовитые. Их нельзя трогать и наступать. Они обычно живут в открытом море. А вот штормом их прибило. Так что пляж теперь опасный.